Здравствуйте, мои дорогие подписчики! В этом видео сегодня я хочу вам показать эпизоды создания картины с очень дорогим для меня сюжетом. Эта картина очень древнего дерева, которое чудом сохранилось до наших времен. Это дерево находится посередине пустыни в засушливой местности Иордании, поблизости от старой римской караванной дороги. Это благословенное дерево, в тени которого, как полагают, отдыхал еще будучи совсем молодым пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, во время своего торгового путешествия с караваном дяди в Сирию. Именно тогда монах Бахир увидел в маленьком Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, признаки приближающегося пророчества и предупредил его дядю об этом, чтобы тот оберегал и всячески защищал его. Чудом Всевышнего Аллаха, даже от редко выпадающих осадков, вокруг дерева накапливается достаточное количество воды, которое подпитывает это благословенное дерево. Это оливковое дерево до сих пор прекрасно сохранилось, продолжая за все эти время давать прохладу путникам под своими раскидистыми ветвями. Это древнее дерево заботливо оберегают мусульмане, и оно находится под охраной королей Иордании всех времен. Знаете, мне нравится писать картины с этим благословенным деревом. Я уже написал две картины с акварельными красками в небольшом формате. И, конечно, подарил близким меня людям. Подарок им пришелся очень по душе. Я за это рад. Знаете, я намерен еще написать несколько картин, скажем, 2-3 с этим деревом, в разных композициях и технике. В общем, мне нравится писать картины, связанные с местами, событиями и жизнью пророков. Эта картина, которую сейчас заканчиваю, создается качественными масляными красками на льняном холсте размером 36 инчей на 48 инчей. Эту картину пишу не спеша, потому что создаю ее с выраженными текстурными мазками, что требует определенной выдержки между слоями. Преимущественно работаю мастихином. Сейчас я на завершающем этапе. Дело подходит к концу. Однако, возможно, еще придется его, как говорится, улучшать. Художники обычно пишут картины, серьезные картины, годами. Возможно, у меня этот вариант будет завершенным. Это ждет моего решения, конечно. Конечно, судить вам, мои дорогие подписчики, что из этого выйдет. Я буду ждать ваши комментарии к видео, где вы напишете свои замечания
и предложения. Я прошу вас оценить работу по справедливости. На любую критику я не обижусь, а буду только благодарен за подсказки и помощь в выявлении недостатков и недочетов в моей живописи. Ну вот, я закончил большую картину. Думаю, я довел его до конца, и больше здесь уже никакой работы не предвидится. Финальная часть завершена. Как получилась моя картина, оценивать вам. На этом я с вами прощаюсь пока. До свидания, друзья мои. До следующих встреч. До свидания.